есть также практика переноса внимания либо на аффирмацию, либо когда очень интересная, когда мы засаживаем внутри своего сердца, мы садим семечко лотоса. Духовный лотос, он олицетворяет духовную революцию, когда корень находится в мире, в грязи, и с помощью своей веры этот стебелек символизирует веру, а раскрывается чудесный лотос, лотос вселенской любви, лотос принятия, лотос добра. И в некоторых традициях также лотос еще связывают с учителем, с учеником. А семечко – это ученик. А вот этот вот корешок – это фанат, который бросает его духовный учитель с помощью каких-то подсказок, потому что духовный учитель – это тот, кто показывает путь ученику, что ему идет. И когда ученик понимает это с благодарностью, с верой, его семьей, жизни, и она будет чувствовать лотос, это символ чистоты, это символ любви. Лотос также это символ духовного возвышения. Все боги, они проявились из лотоса, они проявились как символ чистого, чистой земли, чистого восприятия, чистого символ божественного. И такой лотос божественный любви, единение со своей душой, находится внутри каждого лотоса. И он находится внутри анахаты, сердечного духовного центра. Внутри этого центра живет над глубиной. И здесь живет наша душа. И мы можем выбирать. Если мы уделяем время только своему уму, то вот что мы вам говорим, мы с ним отождествляемся. И мы тогда забываем вот эту внутреннюю связь. Когда мы уделяем время своей душе, мы погружаемся в состояние гармонии, чистоты, принятия и вот этой вот любви. И тогда мы уже сами используем так, как нам. Мы не попадаем в его влияние. Да, мы это замечаем. И попробуйте расслабиться, если это не уходит, потому что это какое-то беспокойственное движение. Это внимание. С помощью внимания мы можем просветлять свое тело, физическое тело, увеличивать свои позиции, увидеть.